Дорогие друзья, подписывайтесь на наши каналы в соцсетях, на YouTube, ВКонтакте и Телеграме. Узнайте много интересного о нахлосте и не только. Ссылки на наши каналы смотрите в описании к видео. В руках у меня удилище в длине 5,7 с тестом до 3,5 грамм, с тестом полески 6 либров. Это удилище также подходит для ловли прудовой форели уже более крупного веса, то есть это 500-700 до килограмма, до кило 200, она форсирует в принципе очень хорошо. Также подходит прекрасно для ловли прудового окуня, для стримовых приманок уже более объемных, то есть это более тяжелое колебло, то есть позволяет возможности работать с колеблом где-то до 3,5-3,8, типа пал блесны, то есть объемная с широкой размашистой игрой, то есть с диповыми воблерами она их продирает, с достаточно тяжелыми цикадами, мелкими ратлинами, мелкими вибами. В прудовой рыбалке окуня будет достаточно незаменимым, поскольку она обладает динамичным строем, живой вершинкой, которую очень хорошо анимировать, всевозможные мелкие приманки. Также оно имеет вес порядка 56 грамм, прекрасно балансируется катушками, то есть тысячниками, двухтысячниками, что позволяет вам комфортно ловить в течение дня, не уставая руке. Анимация производится также легкими кистевыми движениями, то есть любое прикосновение пальчика к комлю бланка, у вас сразу происходит анимация. То есть вы не анимируете всем запястьем, что в течение дня приводит к уставанию кистевую кисти руки. Когда вы анимируете просто вот к одним касанием пальчика, у вас уже сразу происходит анимация. Также это удилище позволяет справляться с крупной рыбой. У нас трофеи были порядка там 3 килограмм на нее, и в принципе никакого дискомфорта мы с этим удилищем не ощущали. Также оно прекрасно получается в стримовой рыбалке по малым рекам, когда вы лазите за головлем, когда вам надо сложить удилище, оно складывается, и в принципе, когда вы лазите по кустам, вы его спокойно к себе прижимаете и можете проходить с ним в любых дебрях. Что с достаточно длинными удилищами проблематично. Также оно очень динамичное в плане заброса от себя, когда вы анимируете приманку, когда у вас есть, грубо говоря, окошко в кустах, и вам надо сделать просто кистевым движением, там подкинуть под какой-то кустик, под какую-то веточку нависающую. И также у него достаточно мощный комель, который справляется с быстрым достаточно вываживанием крупной рыбы. Это вот удилище с тестом 0,3 грамма, длине 6,6. Вы видели возможность форсирования рыбы в районе килограмма. Это чуть-чуть больше массы, которая, в принципе, предназначена для быстрой форсации удилища. Но, в принципе, справилась. Как бы вы видели параболу, поэтому можете оценить как бы скорость заведения рыбы.